раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Лексикон и мама. Танцуем без причины каникул в стиле латино. Гуляется, кто-то проходит мимо. Найди свою половину. Время летит. Льется рекой текила. Новой интриги в поисках. Ты свой шанс оцени. Ой, круто. Тихо-тихо. Не подайте звезды. Я стараюсь шишу. Когда-нибудь. Катюш! Иду. Вон туда. Мне же надо было расчесаться, ты расчесался. Ребята, неожиданный, конечно, поворот событий, но предсказуемый. Не пойму, что написано. Вэл, ты снова просчитался. Из-за этого снова страдают обычные люди, твои друзья. Ребята, прекратите жить в негативе. Пытайтесь друг друга лучше узнать. Больше общайтесь друг с другом. Меньше ссор. Даша, надеюсь, что мы увидимся в Москве. И у нас было самое крутое свидание. Пусть все завидуют. Миша и Виталик, не сидите на поводу у Эрика. Все-таки. Старайтесь и учитесь быть собой, а не слушать кого-то, дабы избежать конфликтов. Всех девочек целую, обнимаю и всем добра. Дима, прощай. Такой ты Дима, конечно. И все равно я виноват, да? Ну, на. Бред, блин, ребята, бред. Да нет, ребята. Да ладно, я ну что, сказал что, человек, нет, что сказал, думал. Я не пойму, где тут на поводу и... Самое главное, что человек сказал, что Эрик черный, вообще крутой чувак. Надя, просто сейчас объясню ситуацию. Вот, когда сказали, у кого будет иммунитет, у Миши и у меня, да, я уже четко осознавал, по сути своей, что Миша выбирает между Виталиком, потенциальным парнем своей подруги Кати, Бушем, Эриком и Мишей, в любом случае он выкинет Мишу. Ой, Диму. То есть эта ситуация, она прогнозировалась. Если бы я сегодня, то есть ну, представь, что Миша выкидывает Виталика, либо Буша, либо Эрика, точнее Дима, либо Мишу, это невозможно, понимаешь? Он в любом случае бы их оставил. И если бы я сегодня вышел к Полине, вот, я бы просто пошел по пути, я бы просто бы капитулировал. Просто бы поджал хвостик и сказал, что да, ребята, творите тот беспредел, который вы здесь устраиваете. Поэтому я четко понимал, что уже без вариантов был. Понимаешь? Это все. Это первое. Это по поводу Димы. Потому что в любом случае при этом раскладе, при иммунитете у Миши, он бы ушел. Потому что у них, во-первых, есть личная какая-то неприязнь. Второе. Мне очень дико жалко, что действительно у тебя к Диме есть какие-то чувства и эмоции. Все, иди, Вэл. Я тебя прошу, иди. Мне действительно обидно за это. Тебе сегодня предложили перемирие. Это не перемирие. И что дальше? Это не перемирие. Я тебе скажу еще раз. Послушай меня, пожалуйста, внимательно дальше. Ты первый выбирал. Сегодня... Ты мог пойти к своей девушке. Ничего бы этого не случилось. Против меня был заговор. Да и какой заговор? Если бы не было у меня иммунитета, меня бы убрали. Я тебе клянусь, против меня был заговор. И то, что да тут мне... против каждый день против тебя заговор, да. Вэл. И у меня есть все основания, чтобы им не доверять. Потому что в любом случае, если бы был у Виталика иммунитет, он в любом случае вышел к Полине. Сделали бы все бы сделали, чтобы я ушел.
Понимаешь? Тут просто каждый день против тебя заговор, да. Ты слышишь? Я с этим борюсь. Ты мог пойти просто к Полине, и все бы, ситуация даже выглядела бы хотя бы по-другому, ушел бы в любом случае Дима, ушел. Да и что? Ну ты сейчас понимаешь, как ты сделал? Я борюсь против этой системы. Он бы ушел, но по-другому хотя бы. Я борюсь против этой системы. Я не хочу, чтобы здесь было засилие вот этой вот кодлы, понимаешь? Где Эрик рассаживает всех и принимает какое-то решение, понимаешь? Я буду бороться за это. Вэл, знаешь, что я тебе скажу? Ты реально заигрался просто. Это не игра. Нет, Вэл, ты заигрался. В чем моя игра? Сейчас что произошло? Ты просто мне, понимаешь, плюнул в душу. Нет. Да, потому что ты мог эту войну вести дальше. Вы будете ее дальше вести все равно. Нет, ты мог просто выйти к Полине и все, понимаешь? Я не хочу с тобой разговаривать. Не подходи ко мне вообще. Виталий, ну ты, конечно, блин, как на тебя надеяться? Вот я теперь не знаю искренне, потому что ты делаешь, как ты поступаешь, я искренне теперь не знаю, как вообще можно надеяться. Я уверен. Кому ты верен, Виталий? Ну, не им. А? Там тебе. А? Ну, все нормально. Спасибо. Слушай, у человека сработал эмоциональный фон. Ну, что? Балда ты! Да это окно, что ты его закроешь? Балда. Просто кондей, тогда был воздух. Кондей, да. Слушай, ну, такой, не очень. Здесь нет, ребят, повернись, пожалуйста. Ребят, сейчас спасибо вам, ну, от души на самом деле, что, ну, мне приятно. Сейчас. Тебе спасибо. Миша, спасибо. Сейчас. Тебе спасибо. Нет, за что? Ну, блин. Все равно поступил. Тоже поступил. Блин, так, Диман, если честно, по большому счету я шел, у меня сердце скрипело. Я просто понимал, что ты больше некого. Я Диме сказал в начале недели. Я говорю, Дима, он на той неделе пришел. Я говорю, Дима, пока ты представляешь угрозу для нас, Вэл будет рядом. Я говорю, когда пришел Буш, я сказал, Димон. Он говорит, Эрик, что ты хочешь сказать? Я говорю, посмотри, Вэл к тебе сейчас будет много меньше подходить. И мне Дима говорит сразу, да он уже ко мне не подходит. Я говорю, Дима, к сожалению, я ему это еще неделю назад, я говорю, Дима, к сожалению, ты будешь расходником для Вэла. Даже следующее. Что самое интересное, я на это понимаю. Да? И она поэтому и плачет. Слушайте, ребят, вы что, верите слезам, что ли? Она такая же актриса, как и да, вы. А кто ее поддержит? Кто ее поддержит? Кто ее поддержит? Правда в натуре. Правда есть. А нет. Мне в данной ситуации нельзя так говорить, мне ее искренне жалко. Жалко? Да. А Даша сказала Вэлу, Вэл, жалко или не жалко? Жалко. Да. Привет, моя милая. Привет. У нас немножко беспорядок. Тебя не смущает? Ничего страшного. У вас же творческий беспорядок. Вэл, ты позволишь, чтобы пообщаться с ним? Конечно. Спасибо. Да, письма свои отнеси. Уже все, ну настолько безнадежно. У нас, понимаешь, выхода нет. У нас даже шанса не было хоть что-то сделать. Я ударила. Я давай сейчас Полину шутку. А теперь я на теле показала. Когда плачешь, выглядишь красиво. Не правда. Вот видишь, нет, такой макияж даже захочешь не сделаешь, как у тебя сейчас. Очень такой ламурный. Но дело не в этом, милочка моя. Ну что ты плачешь? Скажи. А у меня все, мне сил нет больше. Смотри, я почему хочу с тобой пообщаться. Одно дело, у тебя нет сил, а другое дело именно в этой ситуации, Полин. Именно в этой ситуации. Ты не можешь отдать все карты, все козыри им в руки. Ну правда, ты не можешь не поддержать Вэлла, оставить его. Пойми, что они будут ликовать. Для них это самое главное сейчас. Оля, выбить из-под вас опору. Куда? Куда уже? Опоры никакой нет. Есть только я и Вэл. Ну, уже все, ну настолько безнадежно. У нас, понимаешь, выхода нет. У нас даже шанса не было хоть что-то сделать. Но дело не в этом. Сейчас, понимаешь, у вас есть возможность просто-напросто хотя бы тем, что вы
терпите, не то, что терпите, вот то, что вот вы вместе, то, что вы друг друга поддерживаете, у вас есть возможность этим самым ребятам, ну, доказать ваши отношения, какие они на самом деле. Ведь они очень часто и потакают вас в том, что ваши отношения не искренние, еще что-то. А представь, если ты сейчас сдашься, это будет самое главное для них, самая главная победа. Нужно как можно жить здесь? Очень просто. Вот просто. Ты знаешь, самое главное, что испытания даются для того, чтобы их проходить. Не просто так. Сказала слово и улыбайся дальше. Попробуй эту тактику. Ты даже еще не пробовал ни разу. Я, знаешь, пробовала. За это мне всегда летели стаканы. За это мне Оксана хотела меня ударить в лицо. А кто выглядит глупо? Они, конечно. Ну, конечно. Но они-то считают, что они их больше. Они, мало ли, что они считают. Они потакают им. Да, у вас какая-то негласная война. Но мне кажется, нужно тоже сводить на нет. Нужно просто-напросто найти какие-то другие интересы. Ну, что-то другое. Потому что Вэл сегодня сделал, ну, я тебе хочу сказать, очень смелый такой дерзкий поступок. Он, наверное, понимал, для чего он это делает. Правильно? То есть он понимал, для чего это ему нужно. Я хочу, чтобы ты его поддержал. У вас очень хорошая пара. У вас действительно очень творческий, красивый союз. Полечка. У меня нет сил, Бонни. Я знаю, что нету сил. Я уже не могу. Я знаю, что ты очень-очень сейчас истощена. Но ты пойми, что это не выход. Сдаваться — это тоже не выход. Вам нужно просто уйти и... Да, и тогда они будут ликовать, ты понимаешь, танцевать на ваших, как говорят, костях. Мне будет зато комфортно, ему будет комфортно, и не нужно будет никому ничего доказывать. Не позволяя себя подкашивать. Не то, что подкашивать, а уничтожать. И тем более, что уходить вот так вот просто. Ну хорошо, но... Скоро мини-финал, не забывай об этом. Когда скоро? Мне кажется, что он не скоро. Ну, он скоро, относительно скоро. Если взять все протяжение времени. А потом и финал. Поэтому вам нужно думать об этом. Ты знаешь, вы уйдете, будет, ну, что? И что? И кому это нужно будет? Ну, зачем? Ты столько делала. Представь, что ты... Ну, вот я часто привожу этот пример. Он действительно, этот пример очень хорош. Представь две, вот пропасть, да, и две огромные скалы. Тебе, для тебя это некий шаг. Ты должна пройти через эту пропасть. Прежде чем... как ты можешь пройти? Построить мост. Сейчас ты строил этот мост. Он у тебя был. Ты его достроила практически на 80%. И ты хочешь сдаться. Ты знаешь, я что-то делала. Ай, ну ладно, я сейчас, мне так плохо, тяжело. Наверное, я пойду домой. Да? То есть все те силы, которые ты вкладывал, я поэтому пришла к тебе поговорить. Все те силы, которые ты вкладывал, ты просто сейчас их выбрасываешь в корзину. Понимаешь, о чем? Да, я понимаю. Я все понимаю прекрасно. Держись, Поля, держись. Что не убивает нас, то делает нас сильнее, запомни. Ну да. Держись. Так, Дима, ну честно, как бы, ну, Диму, и не хотелось ты убирать в натуре. Вот так вот. Вот не хотелось его убирать. Кто тогда? Так я просто и говорю, ну, кто тогда? Я уже сижу всем. Подожди. Нет, сижу всем. Очень забавно. Миша, наверное, пострелил я. Не понимаю, думаю, что ты смотришь, ты ко мне пойдешь, я тебе моргаю. Эрик пострелил, я моргаю Эрику. Что происходит? На самом деле, ребят, я рад. А я рад тому, что, черт возьми, я всем доказал, что был га**. Не, я не собираюсь с вами разговаривать. Я боюсь, что ударю его. Не, я вас сейчас с Полиной живу. А теперь я на деле показал это. Предложили мировую. Я изначально был не согласен. Да он неправильно поступил. Блин, ребят. Но ситуация в любом случае на руку вам сыграла. Он был уверен, что я уйду. Только поэтому он не шел на мировую. Он был уверен, что я уйду. Так он ко всем подошел, он ко мне подошел и говорит, ты кого выберешь? Ты Буша выберешь, если что? Да. Я говорю, честно, Буша. Не говорю, знаешь, а, ну все, я ладно. Я сам подумал, что тебе конец. И ты на дом, решил да. Пойти на мировую. Не, ребят, я лично считаю... Ребят, смотрите глубже. По поводу Вэлла, да он не думал о том, что ты уйдешь. Эрик, он не думал об этом. Он думал об одном. Я говорю, здесь все просто. Но он понимает, что если не будет у вас конфликта и не будет тебя здесь, Вэл как творческая единица не вернется на проект, и он уйдет следом, понимаешь? Он об этом думает. Ему ехало-болело, понимаешь? Чтобы ты ушел, он этого в первую очередь не хочет. Потому что он понимает, что он ничего здесь больше не будет решать. Малыш. Все просто.
Мне кажется, Вэлл до такой степени верит в то, что он победит в финале, и то, что он здесь делал и делает, что это ему... Он пишет песни у себя в комнате под подушкой, понимаешь? И он думает, что его каникулы идут. И он каждое утро поет этой песни, перед камерой сидит, вот так вот, понимаешь? А Полина якобы слушает, хотя рядом с ней ведро стоит, в которое она тошнится рядом от времени. Понимаете, это ведь все так. Фишка в том, что... Я согласен. Я не собираюсь пожениться, не надо переворачивать. Вэлл выезжал на том, что у него были конфликты со мной. И это факт. А я предлагаю сейчас вообще полный игнор включить. Вообще. Мне интересно, как Даша. Конечно, нет. А с кем она будет уже общаться? Даша уже общается с нами. Даша уже нет, в этот лагерь бежит. Нет, Даша сказала Вэлл, что он уходил вместо Димы. Потому что Вэлл сыграл... Вэлл, представляешь, Даша? Сначала он ее направил к нам, наставив против всего коллектива. На следующей неделе он выходит к нам, но не думает о том, что Дима вылетает. Ладно, иначе он не закрутится, их так вовремя вообще. Блин, ребят, на самом деле, по-моему, Вэлл сдох. А Вэллу протянули руку, Вэлл пошел воевать, и я Я не хочу слышать то же самое, что ты мне говорил. Не надо. У меня, я когда стоял, было желание выйти к тебе, да. Честно, не хотелось его убирать, просто вариантов других не было. Жалко. Я же говорил, Ксюха мне написала, я же говорил, что там было М и А в натуре. Чего вы все на Виталика накинулись? Я хрен знает, я стоял наискосок, видел. Виталика, потому что ты, мы решили пустить Мунку. Блин, на самом деле, нет, все были уверены, что это. Я была уверена. Миха. Виталик. Нет, я самый уверен, что либо я, либо ты. Миха, все я был уверен в себе. Да, кстати, ребят, мулька про вообще иммунитет Виталика вообще идеально прокатила. Все сработало, с иммунитетом Виталика мулька, лизали. Сработало. Сработало. Виталик аж потерялся, бегал. Виталик аж пел. Да, сейчас скрылся. Не, Виталий, оставайся таким, какой ты был, это очень круто. Сработало с Димой. Это мой товарищ, это мой друг. Да. И Вэлл стал, и он стал расходником. Ситуация с сегодняшним перемирием. Если был бы такой бы расклад, какой был бы, ну, по сути дела. А Вэллу протянули руку, Вэлл пошел воевать, и я Ну, тут знаешь, в чем, вот, допустим, наша манда несчастлива? Тем, что я же тебе говорил, что будет мне идет, я буду бомбить Вэлла а сразу. А это твое мнение? Мое мнение. Я говорил, что я не пойду. Ну, да. Не, прям нужен жестокий игнор. Прям игнор. Полине реально самой стрёмно стало то, что он такой... Да я не верю ей, вы чё, на актрисы ещё там? Полина же не сказала, Вэлл, ты дурак, она сказала, я не могу в этом коллективе жить. Что, мол, ее мужчина борется из последних сил, но это всё... Ты не слышал, что ли, что она сказала? Да. Она не сказала, что ее мужик дебил. Она сказала, что она поняла, как она жить не сможет в этом коллективе теперь. Да. Вот и все, она только от этого плакала. А, ещё за кого? Полина, за своего мужика. А что с Полиной? С Полиной общаемся, не общаемся ещё? Нет. Да, это ситуация немножечко такая, я бы назвал, чуть-чуть даже, может быть, каким-то перебором. Пере что? Ты не подумал обо мне. Поля, я тебе подумал. Ты не подумал обо мне. Что-то изменилось, мы все равно с тобой вместе. Ты не подумал обо мне. Поля, все будет хорошо? Нет. Я просто устала от того, что ты обо мне не думаешь совсем. Полечка, все будет хорошо. Как ты мог так поступить? Мы же с тобой здесь разговаривали. Надо быть хитрее. Поля, я просто послушаю. Иногда выражение слабости под соусом хитрости – это очень даже грамотно. Мне физрук, ты тоже дал понервничать. Туда-сюда так прошелся, я так думаю. Так, пакетик бритву Катюша положит. Все нормально. Ну ты такой, шагал так туда-сюда. Не, ну это тоже игра, тоже правильно, тоже надо. Я реально, Кать, я тебе отвечаю, Кать. Я тебе отвечаю, вообще не знал вообще. Так что так, куда ты еще хотел встать? Не, за Катюхой я не встал. Ну а что ты тупанул тогда? Он хотел уйти просто вместо Димы. Он стоял и хотел уйти. Я просто сказал, я говорил, что я за Полину не встану.
такой ситуации, знаешь... В такой ситуации? В такой ситуации? Ты вообще болван, Виталик, вот честное слово. За Полиной сказал, не встану. Но они тоже, знаешь, сказали, что убирать никого не будут. Квыл, блядь, такой. Такой вообще ландыш, вот реально, просто вообще. Он, и вот этим, он сейчас вот этим, он реально себе... Я пойду пока переоденусь. Как говорю, прям забил последний гвоздь себе в гроб. Зачем ты сам вырываешь могилу? Меня? Я не вырываю никакую могилу. Я тебе скажу одно. Я тебе же тоже говорил. Я не хочу слышать то же самое, что ты мне говорил. Не надо. У меня, я когда стоял, у меня действительно было желание выйти к тебе, да. Но зная, насколько они манипулятивно все это сделали, насколько они лицемерно это все сделали. Ведь это не было никаким перемирием. Понимаешь, это был заговор, чтобы меня убрать. И я им доказал, что эти методы не будут здесь действовать. Ну ничего, Зимка в Москве увидите. Увидимся обязательно. Я ему сегодня, он уходил, я ему сказала, что я надеюсь, что мы с тобой увидимся. Он мне тоже в письме написал, что... Ну а что думаешь сама вообще? А? Что думаешь сама вообще? Думаешь? О том, что будет дальше? Виталь, ну, не знаю, я не думаю об этом. У меня все мысли вот о том, что мне очень жалко, что ушел человек. Заходи. О том, что будет дальше, ну, я уже сказала, что... Привет. Я переехал. Просто не клик, трусы. Блин, только не проси меня, пожалуйста, спать на уголке. Мы здесь сделаем гору из подушек и будем. Да вчера мы спали. Оксана такая, что? Какие с бассейном такая? Все нормально. Нет, я разложу здесь. Ну, Оксана хотела вообще, чтобы я на полу спал. Но я так уговорил ее, что мы здесь составим стеночку из подушек и нормально все будет. Да вообще не стоит за эту тему переживать. Нет, так я просто, ну, говорю, надо сделать, чтобы эмоциональный фон был спокойный. Нормально все она? Че, где? Оксанка, видишь, так, нервничает. Да не, нормально. А, спать уже, да? Слушай, Диман тоже нифига не понял, честно. Ушел и нифига не понял. Он? Угу. Что, ушел? Нет. Что происходит? Не понял. Миша, Виталик, не ведитесь. Да ладно, не цепляйся за эти слова. Да не, окей, как бы, но это... Ну, видишь, человек так думал. Совсем ничего не понял, к сожалению. Насчет мнения своего. Ну да ладно. Миша, Виталик, может, Миша Буш? А? Может, Миша Буш? А. Кстати, почему нет? Почему нет? Да нет, понятное дело все. А, подожди, Виталик и Миша. Хотя бы он Буш написал, он Буш ему... Ну, наверное, Буш он написал. Да? Я ему свою политику объяснял, я с ним разговаривал. Честно, не хотелось его убирать, просто вариантов других не было. А, жалко было. Письмо пришло, и я подумал, ну и ладно. Значит, все правильно. Ну, не понял, так не понял. Слушай, у него вообще был жесткий оракул, я хочу сказать. Ну, это вот церемония-то? Да. Ну, да. Жестко. Вот такой замес был. Вот реально замес. Нет, замес? На самом деле, я сегодня думала о том, что да, Димка может уйти, но я до последнего верила, что так не случится. Слушай, я до последнего, прикинь, я сам до последнего думал, что Дима не уйдет. Я Дима тоже так думала. Я думал, что... Вэлл, ты думал, что Дима станет за Полиной. Понимаешь? Дима за Полиной? Да. Здесь уже разницы бы никакой не было. А если бы он пошел за Полинкой, что бы ты делал? А все равно, я ее дойду последним. Ты бы все равно его убираю. А я убираю все равно в этом случае, понимаешь? Я последний. Я ну, видишь, тоже ситуация вот с этим, что два иммунитета, да, и вот как в этой ситуации быть? Вэллу дали карты. Поступай, как знаешь. Ты можешь отбелиться, а можешь быть...